Йоу, добро пожаловать в Juju People, самый черный уголок вселенной на русском языке. Здесь мы говорим про большие члены, про то, как класть сверху, про самую острую курицу на районе и о том, как выжить в России. То, что мы сегодня будем готовить, the thing we're going to cook today is jollof rice, right? И да. Jollof rice, типа, я из Нигерии, Дамова тоже из Нигерии, Макс из Конго, Антония из Анголы. Wait, Congo, Angola, Nigeria, that's all West Africa, right? No. Sorry, cut. He's African, he doesn't know. When he's African, he doesn't know. The jollof rice is like a major food, not only in Nigeria, in all of West Africa, right? Is it recording? Yeah. Speak Ruski, bro. Leave me with my English. Okay. Jollof rice — это вещь, которая по факту это плов. Да, это плов. По факту это плов, но это такой типа плов, который популярен не только в Нигерии, а во всей Западной Африке. И вся Западная Африка. Всей Западной Африке. Yeah. Cool. Сенегал, Гана. Гинея, Нигерия, конечно, да, cool. И так далее. Есть разница? Ты русский плов пробовал? Не. Русский плов? Да, конечно. Но в России, в плане в России, плов в России пробовал? Да, конечно. Speak the truth. Но узбекский плов. Узбекский, да. Лучше. Лучше, да? Да. But что ты выбираешь, узбекский или джолоф? Конечно, джолоф. Но если... Я патриот. Конечно, джолоф. Есть еще такая штука, что ты, Антонио, у тебя постоянно в ТикТоке, постоянно ты говоришь про еду. Да, я люблю кушать. Видно. Ты постоянно говоришь про еду. Я люблю кушать. Есть темы, которые ты любишь готовить или умеешь готовить? Я просто люблю кушать. Я профессионально, когда кушаю, да, готовить или мой. Да, Антоний пришел чисто похавать. Давайте к концу уже. Ты что-нибудь умеешь готовить? Да, я умею. Что, например? Не знаю, там еда. Давай твоя коронная. Вот что ты приготовишь девочке, если она у тебя останется? Что? Ой. Твое коронное блюдо какое? Там, я не знаю, как это называется, там очень легко сделать, только мясо, там вот это... помидоры и все. Это типа национальное что-то? Нет, это не национальное, это просто быстро готовится. Просто в микроволновке. Просто мясо и помидоры. Да, но очень вкусно получится, я не знаю как это, но очень вкусно. Нет, я еще умею вот это... Как называется? Суп. Нет, почти борщ. Суп. Помял? Доширак? Желтый. Доширак это суп? Желтый какой-то. Я сделал, как называется? Желтый? Щи. Сырный суп? Да, сырный суп. О, это кто красиво. Здесь шарит заготовку? Ладно, на самом деле, тут я не умею это готовить ни разу в жизни. Типа, дома my mom would always cook jollof rice. That's like a classic. Like, no, I've never tried to cook this. Я никогда не пробовал это готовить. Макс, ты пробовал когда-нибудь готовить эту штуку? Я вообще впервые слышал, на самом деле. Антоний, ты пробовал? Первый раз? Я видел, но не покушал. То есть сегодня фактически мы будем в первый раз готовить эту штуку? Yeah, bro. Это гангста-повар. Да, но сегодня руководит процессом. Окей, с чего начнем? Во-первых, что нам нужно, чтобы приготовить jollof rice? У нас говядина, курица, лук, не знаю, как называется на русском. Но... Лавровый лист. Да, вот. Карри, тайм. Как тайм? Время. Да. Время по-любому. Да, у нас тоже у нас. Да, это тмин? Да, тмин, вот. Тимьян. У нас паста, помидоры, соль, масло. Да. Сливочное. И вот у нас тоже перец
и помидор. И сейчас один из самых главных ингредиентов — это кастрюля. Если у тебя не кастрюля, если не кастрюля, тогда забивают, уже готовить и все. Да. Смотрите, у вас же в Африке у вас огромные дырки в земле. Нет, это кастрюля. У нас кастрюля, так большая кастрюля. Одна большая такая, да? И вы там все готовите. И мясо, и козу готовите, и рис, да? И все. И туалет, да? Ладно, погнали домой. So, yeah, yeah. So, the first thing we need to do now is we need to boil the meat. How boil the meat, actually, because we need some stock, the meat stock to... Bouillon. Yeah, it's bouillon. Bouillon. Preferably, I think it's called meat stock. Mm-hmm, mm-hmm. So we need that for the whole process when it comes to cooking the rice. So yeah, what we need to do now is... Я беру мясо. What am I doing? I can be talking. No, entertain us. Entertain us. The comedian, да? Да. Сейчас мы готовим, как он сказал, ингредиенты очень важно. И я хочу вам говорить, что тоже важно, что у вас дома была вода. Если нет воды, то не получится. Еще, как это называется? Плита. Плита. Если плита нет, то тоже как-то там... будет еще сложнее для вас. И один из самых главных ингредиентов тоже, это что у вас темнокожий, который будет для вас все делать. И все, честно говоря, я так хочу получать. И я очень жалко, что так долго все это сделается. Было бы круто, если просто смотреть на еду и все готовит. К сожалению, такого не будет. А с этим что? Просто режу? Да, как? Да, ну, ну потом это будет взбивать? Да, да, на две части. На две части, да, вот так, да, и все. Да. Ага. Кстати, у меня есть лайфхак, как чистить. Вы знали, как чистить болгарский перец? Нет. Что за тема? Вот так берешь и на четыре части его делишь. Оу, ши. Чикс. 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 И Антонио, ты когда приехал в Россию, у тебя была тема, потому что я учился в УЗИ, там было куча иностранцев, all kinds of, like, Карибы, Нигерия, и все по-разному относились к кухне. Типа, кухня в России, к еде. Да. Что у тебя, твои первые впечатления, когда ты приехал и попробовал там, борщ попробовал? Я не знаю, как тебе сказать, я люблю еду, поэтому мне все равно. Типа, я не смотрю, типа... Для меня есть вкус, это вкусно. А то, что там типа нет перца, то, что... Я даже не заметил, просто я люблю кушать. Ага. У тебя была такая еда, которую ты попробовал, типа, в России, и ты подумал, что, йоу, было бы круто, чтобы это было у тебя дома? Да, я забыл что-то, но я забыл, как это называется. Я забыл, как... Было очень вкусно прямо. Что за тема? А еще вас знаю, я кушаю даже в клуб. Наверное, так, ман, не знаю, как это называется, очень вкусно. Это хлеб. А что там? Что там? Да ничего, я не понимаю, я вообще не знаю, что там. Курс, я не знаю, что там прямо очень вкусно. Так опиши, что это хлеб, блядь. Я не знаю, как это называется, поэтому я просто не могу найти его. Ты если я знал бы. Боже мой. Ты ел что-то, что не знаешь, как выглядит? Да. Еще сырный суп. Сырный суп очень важный для меня, я очень люблю. Очень вкусно. Я так много очень наел, поэтому... А что самое отвратительное ты ел в России? Знаешь, это самое смешное? Вот это... Что это? Желадык. Холодец. Холодец. Йоу. Она как-то вкусная, но холодец. Я не могу кушать. Я не могу кушать. Что вы чувствуете? Да, я не могу кушать. Она вкусная, как-то я не могу кушать. Можешь объяснить? Расскажи, что такое холодец. Это... Холодное блюдо или что? Это какое-то... Это рыба, да? Не знаю. Своими словами объясни, что... Это еда, которая... Жир, там жир и потом рыба, мне кажется, не знаю, там жир и рыба. Жир и рыба. Нет? Жир и рыба. Да. Ну, вообще, по идее, это из мяса готовится. Да. Это русское? Это мясо, блядь, это мясо. А то, что тема, что there lots of Caribbean guys, what they used to tell me is that meat in Russia, like any meat in Russia, isn't seasoned enough. И в целом, типа, в России не хватает специй. Да, да, да. Типа, ты ешь еду, и в ней нет вкуса.
У меня наоборот, как-то, иногда думаю, что они поставят слишком много, иногда слишком много. Слишком много? Да. Специй в России? Да, иногда слишком много. Херасия, Антонио стал официально русским. Да? Нет, иногда, я просто люблю кушать, знаешь, типа... Да мы поняли, что ты любишь пиццу. Даже иногда я не замечаю разницу за мою пиццу. Я не знаю, по-моему, типа для меня одно и то же. У меня проблема, как говорит, со вкусом, вот это все. Я не замечаю разницу. Типа ты просто хаваешь, и тебе вообще нравится, например. Yes, so now we need to power the meat. Then the spices needed would be the curry, the thyme, the garlic, then the onions. So yeah, let's. Сейчас заправляем типа мясо приправами. Yeah, which let's use this one. А если что, галик надо почисто, если что, ребята. Это было за кадром. So now yeah, we need to wash your meat first. That's very important stage. Это само собой помыть мясо. Yeah, after washing the meat, then we can add all the spices to it. Добавляем приправы. Чем вообще тут все делаем, четвером? Мы слушаем. Мастер, я пришел кушать, поэтому... Просто что-то ходим туда. Ты меня научить... Нет, у меня вопрос есть. Возможно, стереотипный. Можно. Стереотипный вопрос. Возможно. Зеркало принеси. Я не расист, если что. Поливай, давай, стереотипный вопрос от Макса из Краснодара, погнали. Ну вот курица, знаешь, да, курица? Что? Жареная курица. Да. Вот, а вы любите? Я обожаю, боже. Ты любишь курицу? Да, жареную. Я люблю курицу. Да, вообще? Реально, ты ешь? Только если бойлерная курица, твердая курица. А, такая. Нет, это твердая не люблю, я люблю. Ты не любишь твердую? Нет, она тут бесит. Так в том-то и прикол, что был? И она жесткая, приятная кожа. Да, она жесткая. Мы называем, типа, кости, потом есть. Галия дура в Анголе. Ну, это домашняя, ты имеешь в виду? Галия дура. Галия рижа, что-нибудь такого. Галия рижа. Это на португальском? Да. Это домашняя курица, которая такие мясистые. Да, и там нужно сам убивать. Бойлерная курица. Я никогда не любил курицу. Я, кстати, да, говори. Но мне кажется, что эта тема с курицей, это чисто такой американский стереотип. Нет, я не знаю, мы любим вот это. Мы это кто? Понимаешь, что разные африканцы есть? Да, Ангола мы любим курицу. Вот Анголия любит, наверное. Нигерия тоже любит курицу, да. Я, кстати, я где-то слышал, что в Африке в целом, ну, курица дорогое мясо считается. То есть там... нет? Мы сам убиваем, ну, типа, что рыба и говядина — это в доступе все. Я слышал, говорит, что в Африке. Так, что там порезать? Мы сам убиваем. Там вроде дорого, но думай, нет, не стоит. Ну, самое дешевое мясо какое там? Хуй знает. Не знаешь? Ты что, Discovery, что ли? Ну, он хочет один бизнес просто. Что у нас происходит? Chicken wings. Мы добавляем тимьян, мясо, curry, лук и курицу. Yeah, I'm thinking that we should have bought the pepper as well. Which pepper? Oh, you brought the pepper, yeah? Bro, African pepper. Sauvage, man! Мы забыли самое важное. Вот это американский перец. Это смерть. Да. Острый, это острый, да? Да, очень острый. Жестко. Это смерть. Нет, у вас не так, как у нас. Как в Анголе? Да? Do you agree? You see that the Angola pepper in Angola is way hotter than Cajun pepper. Жестко, да. Это не самый жесткий. Камерун? Да. Я слышал, что Ангола самая жесткая вроде. Ангола? Из кабины, да там очень прямо. Точно не знаю. Но вот эта хрень... Ты ел, да? Ну, с ней что-нибудь. Ну, типа, almost everything you cook in Nigeria, it has to do with the African pepper. Like, almost everything. И самое забавное, когда ты приводишь друзей, типа, в гости, и они там, о, да, что-нибудь будешь? Рис. And next time we should do the stew as well. Типа делается stew. Stew — это типа соус к любому гарниру. И добавляется вот эта хрень, и потом люди сидят. Как вы это едите? Это кайф, бро, это кайф. Я обожаю это. Это кайф. Поэтому я тебя и спрашиваю. Типа в России такого почти нет.
нет острой еды в России. А ты говоришь нормально. Нормально. Но не, вот... ну как, а хрен? Хрен? Чё горчичка. Аджичка. Аджичка, горчичка. Я думаю, из-за того, что я не очень обожаю перец, они мешают кушать, поэтому... А, ты не любишь, ты острое? Не люблю. Ну, это жестче. Мешает кушать, понимаешь, это мешает. Я люблю азиатскую кухню, там острое все. Это жестче, чем азиатская? Да, жестче. Не знаю. Я думаю, да. Ну, у азиатов просто у них еде еще очень много всего. Но все равно там не так острое. Не так острое, да. Потому что эта штука, это фактически вода с перцем, стю. Это типа просто вода, перец, травы и мясо. Ну, короче, сегодня будет... Это ж как-то правда, ну, в плане, это ж необходимость какая-то в Африке. Ну, что ты, ты ешь острое. Ты прямо на дискомбре. Мне интересно. Йоу, чуваки. Нет, это, я не знаю. Ты знаешь, что обмен веществ, тепла и так далее. Да, людей любят. Я сейчас скажу, почему. Вангола говорит... Да, вот. Вангола говорят, типа, если будешь типа перец кушать, да, ты будешь долго заниматься сексом. А, есть такая тема? Да, будешь долго. Я не слышал этого. Долго. Типа в Азии, в Индии, почему там карри вот это все любят? Потому что там обеззараживает это. Остро оно обеззараживает. I don't think there is any like scientific justification for the love of hot food or pepper in Nigeria. People just love that shit. No one thinks about humidity or whatever. Согласен? Yeah, I don't know, man. Because like he's trying to say that in India, people like curry and all that kind of stuff because it helps with the humidity, it helps with the heat. No, well, according to where I'm from in Nigeria, Yoruba culture, there's an adage that says a soul that doesn't consume pepper. Oof. It's a weak one. Now, wow. Приводи на русском. На Юруба есть пословица, что душа, которая не тянет острую еду, слабая. Это слабая душа. Да, верно, вот. У меня есть друг, который любит перец совсем даже с чаем. С чаем? Да. Африканец? Да. For real? И вот так. Об этом я и говорю, что в основном Западной Африке. Это не работает, да? Это нет, не работает. Еще в чайке. So now, the next step that would be to actually blend this pepper. Все, блендер, погнали. Пусть Антонио это делает. Антонио, Антонио. Йо, this blend is fucking. Yeah, actually, the thing is, we need to search for that. After boiling the pepper, after blending the pepper, then we need to parboil the pepper too. We need to do what? Parboil the pepper. О, то есть сейчас мы будем как это молоть? Да. Молоть перец и потом будем добавлять его в бульон. I'm the blender man. Мы сломали блендер. Сломали блендер? Да. Че такое? Он раскололся каким-то. А, да ладно. Так. А есть тейп? Все молимся Максу! Просто ебать. Он это сделал. Сейчас. Не работай, бро, не работай. Йоу! А это типа часть танца, да? Так, надо куда-то вывалить, да, Бисик? Вывалить куда-то это все. Эй, осторожно. Nigerian man, be careful.
А что самое экзотическое? Это для чего? Даже не говорили. А, да, мы будем достичь. Что самое экзотическое вы ели вообще в жизни? Вот самое странное вообще, что в Африке, что в России. Холодец. Нет. Птица. Птица? Да. Птицу? С улицы? Голубь? Да. Нет, как она была приготовлена? Нет. Там было, да, я не знаю, как это называется, катату, короче. О, щит. Yeah. Это нормально, когда готовишь, такое происходит, Антоний. Не надо ничего делать, это нормально. Короче, вот это, не знаю, как... Могу... Можно сказать, да? Да. Ты хочешь найти птицу, которую ты ел? Нет, которую считали вечером. Остались кости. Я не знаю. Зафоткал. Такого есть? Вот это. Катату? Yeah, bro. Что это такое? Кошка? Нет, вот это. Это птица, точно? Это не птица, это какой-то... это гусеница, что-то такое. Странно как. А это вкусно? Вроде да и нет. А зачем ты это ел? Там люди ели такой, почему бы нет. Тебя заставили, да? Нет, я просто видел, как они едят такой, почему бы нет. А где ты был? В Анголе. Там... Почти в деревне, там... If you want to drop this, you have to put it this way. Там я... Знаешь, как вкусно? Там с томатной пастой. С томатной пастой? Да, вот это все, бро, так вкусно. Сэм, а ты что ел самое? Самое странное, что я ел... Пусти. Ну, во-первых... Пусти. Кат! Нет, стоп! Самое странное, что я ел... Ну, самое такое, это, наверное, конину. Конину? Да, ты пробовал конину? Да, пробовал. Что? Хорс. Да, может. Ничего не говори. Казахи придут. Ничего не говори. Ну да. А собаку ел кто-нибудь? Yeah. Да. Ел собаку? Да. Really? Я собаку, yeah. Я тоже ел собаку. Really? В Африке. Один раз. голодные времена были. Are you kidding? No, I'm not kidding. They eat. Bro, you're right. They eat. Да. В Африке мы кушаем собаку. Не мой. Зачем ты задаешь эти вопросы? So now we need to wash the rice. Same and after that, we need to fry the teen tomato. That's where we start the official process of jollof rice. Mm-hmm. You feel me? Mm-hmm. Yeah, so... То сейчас мы будем... Антон! If you love to eat, you should be able to do the work well. You know? So you need to wash it. Do you know how you wash? You have to wash like... Just put the water in. Two hands. You're like, yeah, like three times. So while we're waiting for the meat to parboil and also our pepper and tomato concentration, we need to go to the next process now, which includes frying our tomato paste. And this time when Max actually asked me what the difference was between Uzbekistan pilaf and jollof rice. And one thing I forgot to mention was the fact that I don't know if the Uzbekistans use tomato paste in their cooking, but tomato paste actually is a very important ingredient when it comes to making jollof rice, African jollof rice. Mm. So we need to have a lot of it because that's what gives it that jollof taste, you know? And the color. So yeah, now we need to go to our fry pan. We'll switch it on. Okay. Also, I think while we're frying, it has to be on medium heat. I think, I don't know, depending on the kind of platter you have, it has to be around 6-7 for the frying. Ура! Рис готов. Короче, сейчас мы будем жарить. Основная часть джолов начинается примерно здесь. Томатная паста. Это, наверное, главное. Ну, как отличительный ингредиент джолофа или плова по-нигерийски от того плова, которого ели. Я не знаю, добавляется ли тоже томатная знаю, паста вообще в узбекский плов, напишите. И ставьте колокольчики. Дамала, ты дома часто готовишь? Да, очень редко. Из-за... Реклама. Вот.
They really made me lazy, bro. Здесь будет звук. Yep. Из-за пип. Из-за пип. Я все автомат закажу в Яндекс. Кто хочет делать рекламу, напишите это в комментариях, да, Макс? Mm-hmm. Внизу оставьте там контактный номер, бюджет, сразу все оставляйте. Оказывается, чтобы что-то приготовить, надо еще разобраться с плитой. Об этом получилось? Я не знал. Нет? Yeah, да, нет, ты как будто за диджейским пультом стоишь. Да, блядь. Диджей смэш! Bro, it's working. Yeah, but I kind of feel it's too distant. Let's switch. What if you switch? Вот. Блин, из нас поделают мемов для ТикТока, ребят. Четыре типа. Готовы только один. Привет. Когда вот после друзьям собираешься готовый, ты только один умеешь. So yeah. We have to wait for that to dry up, and the next thing will be to add the oil into it. Let's see. Dry, baby. Yeah. Okay. Dry, baby. Yeah. Oh, боже мой! Is there a difference between what? This one and the other one? Whoa! Because I was thinking. Is this one olive oil? This olive oil, yeah. What? Olive oil? Yo! This dude running talk. Are you serious? But what's the difference? The same? Nah, bro. We don't use olive oil in Africa like that, bro. Really? We use granite oil or vegetable oil. You know? Olive oil. Olive oil is fucking expensive, bro. So, well, maybe the pad might have an expensive taste. No, на самом деле нет большой разницы между. Yes, bro, yes. Yes. Во вкусе все, типа я не знаю, как это объяснить. Видно, у кого бабки есть, да? Оливковое масло. Я просто искал маленькую бутылку. Оливковое масло, ты даже не можешь жарить. Там можешь жарить вообще? Конечно, да. В смысле, я жарил на оливковом масле. Капец. А вы жили, да, в африканской общаге? Я, ну, как-то иностранец общага, где я жил год. Я просто был в Руден, в африканской общаге, там все... Там вроде в Рудне, там вот это... Да, там... Иностранец, нет? Да. Там все жарят. Бля, там... Вообще это все жарят. Там в Рудне даже нет белые люди, клянусь богу. Бля, там без Рудне, я не знаю, бля. И когда я там иду, если люди такой, бля, ты тут живешь? Прикинь, я, знаешь, как я... Это серьезно, я так... Почти переживал за свою жизнь, не знаю почему. Это самый... Я там взял такси, там такси черный такой, серьезно? Ты черный? Да. Нифига. Это первый раз в жизни такой, а если я умру? Не, руденская общага это офигенно. Там все подряд. Но китайцы готовят очень грязно. Да. Очень грязно. После китайцев на кухне... Расизм. Расизм детектор. Расизм. Меньше всего, the one that cook least and the cleanest are the Russians. Those guys who just enter 7 minutes, get done. Nothing. But the Chinese guys, yeah, that shit is dirty. Yo, Chinese, that bro. Shit is dirty. Ты можешь прийти. Остановитесь. Это фрики. Если что, я не там, это не. Так, что мы ждем? Мы ждем, когда это, да? Yeah, I'm actually waiting for the oil to heat up. Mm. Then the first process is you need to fry the onions. You need a lot of onions to add, you know, some kind of flavor to the whole stuff. Somebody asked me, why do Africans love onions? Bro, do I know? I don't know. why do you think we love onions? Because of the. How do you call it? Correction. It has to be very... Parsley. I'm trying to find the right word. Like, it's as if, especially with Nigerians, every piece of food has to have a taste. Mm-hmm. Everything. Like, yeah. Even when people like cook manka, they find a way to season it, they find a way to add taste. Mm-hmm. Like, yeah, everything in African cuisine has to... Well, чем это спрашивал, типа, будто бы все в африканской кухне должно иметь вкус. Не должно быть, будто бы таких пресных вещей, наверное, поэтому. А как вам борщ, кстати, чуваки? Что? Борщ как? Я люблю, я обожаю.
Но это же не русская еда вроде. Это украинская. Украинская. У меня, кстати, у меня у мамы так. Был в Конго ресторан свой. О. Да. Назывался «Самовар». «Самовар»? Да. Почему? Ресторан русской кухни, потому что там был русская кухня. И вот там, она говорит, борщ вообще обожали все. Очень вкусно. Я не знаю, почему борщ очень вкусно. Ну, томатная паста там есть. И лук. И лук. Борща же есть лук? А? Борща есть лук? Ну, там поджарка, да, из лука. Да, есть, да. Я просто не шарю. Есть лук. Че, пацаны, может, пойдем? Не, я тут подожду, человек, что? Да, мол, я думаю, совсем справиться. Я не бросаю свои. Не бросай. Не вот. Бросаем своих. Еще она рассказывала, там есть... Блин, чуваки, я там не был никогда, поэтому я... Да, вообще ни разу не был. Есть я там? Все знаю с Discovery. Если там пойдешь, они будут экстра смотреть. Что у него в зубах? Он белый, что ли? Для нас такие мамуляты, но они белые. Да? Да, я не знаю, почему. Один раз, короче, там к нам приезжал белый человек. Хватит! Хватит! Это был Гетто. Там все пришли такой, это что же, Иисус, что? Это Иисус? Это когда и где было? В Луанда, на вот это, блядь, Виана. В каком году? Год Виана? 6 назад. 6 назад? Это типа в деревню приехали? Нет, они не деревня, это гетто прошли, понимаешь? Столица гетто. Они понимают, они вот... Бля, Иисус! Иисус! Иисус. Ну, религия христианство вообще? Да. Ну, хотя если Португалия, да. Да, мы очень прямо жестко. Особенно, типа, моя семья очень жестко, бро. Очень верующие. Да. А ты сам верующий? Я верю. Ну так. Ну раньше больше, да. Сейчас. В России не ходил, да? В церковь или куда-нибудь? Нет, там тут церковь не очень интересна. Кот! Я хочу хавать уже. Я тоже, блядь. Я хочу... Ой, ты уже готов, что ли? Все уже. Я хочу хавать. А хлебушек любят у вас там? А? Хлеб едят? Да. Так же сильно, как... В России же культ хлеба. У нас такой хлеб. Хлеб вообще совсем... У нас хлеб мы сам сделаем, короче, домашний. Ну, я не знаю, там в Нигерии мы купим домашний хлеб вообще, понимаешь? Типа... Я ни разу не пришел в магазин, типа большой магазин за хлебом. Uh-huh. Я всегда типа найду на улице просто. Понимаешь, там улицы просто продают. Там тёти, да, и ты покупаешь. But in Nigeria it's more like people like sandwich bread more than the loaf bread. No, I did it bread, bro. Блять, какой, я не знаю, как это объяснить, он такой вкусный. Вот так окрой, вот так. Едем. Едем за хлебом. Now we need to fry the what's it called? The tin tomato. Mm-hmm. The tomato paste. Sorry, because in Africa it's called tin tomato. Actually, in Nigeria that's what we call it. Сейчас будем жарить томатную пасту. Блять, не пасти. Сейчас будем жарить. So the thing is, while frying the tomato paste, we have to leave it for like 15 minutes because we need that burnt taste. Mm. So it has to be really like thoroughly fried. After we've done parboiling a pepper and tomato concentration, we need to sieve with the water. As you can see, it's kind of like watery. So we need to sieve the water because we don't really need the water to mix with the oil while frying. Так как я главный шеф-повар, это мой ученик. Это мастер-класс. Mm-hmm. Что мы сейчас делаем, Даму? We're about to fry the meat now. Сейчас мы будем жарить мясо. So we need to dip one bowl of onion into the oil. Поэтому to мы... give it a very, you know, так как африканцы любят лук кидать во все подряд, мы сейчас при жарке мяса добавим туда еще лука. Несмотря на то, что у нас тут уже дохера есть лука, мы добавим еще лука. Да, Антонио? Да. Много лук, лука не бывает. Бывает. Много лука в Нигерии не бывает. You can't add too much onion. You can't add too much pepper. Mm-hmm. You can't. Like, as much as you wish.
I'm still wondering where will this butter go to? Don't worry. Если что, у нас тут стоит тарелка с маслом, я думаю, так, он мне сказал, купи масло. First of all, I was thinking like, what масло were you talking about, the butter or the oil? Это на хлеб, да, пойдет? Ну. Типа бутерброд с маслом вместе с пловом. А тут хлеб есть ли? Где хлеб? Важный вопрос! Мы смотрим, из Хабаровска смотрим, из Саратова. Где хлеб? Не, ну, важный хлеб мы... Не, ну, мы ем... Ем, right? Ем, бро. А, да, мы ем хлеб с jollof rice. Где хлеб? Ну, а лепешки какие-нибудь, что-нибудь такое, нет? Нет. Нет? Чистый рис. Чистый рис. Все неправильно. Плантан. А, плантейн. Да. Плантейн. С хлебом? Нет. А? No, we don't eat. Неправильно, брат, неправильно. Заново. Хлеб добавляй. Вот тогда, брат, вот супер был. Где ты должен быть хлеб? But the thing is, it depends on how you want it. But for us, you know, rice is carbohydrate already. Yeah. So why would you eat bread? Carbohydrate. But still, I used to eat bread with rice. Where? Not in Nigeria. No, I do. You did that in Nigeria, they'd be like, oh, bro, yes. Bro, it's of course. Yeah, я знаю. Хлеб с арбузом, ребят. А, хлеб с арбузом. О, так прям целую. А тебе хлебом с спагетти? Надо подснять. Клево, да? Целую луковицу жарим. Спасибо, Россия, за то, что научила нас есть с хлебом все. Объясни, зачем? Зачем мы жарим целую луковицу? Вкус. Вкус? Да. Короче. Нет объяснения, брат, просто. No. You know the thing you have? Cut it. No, you don't cut it. You just put the whole ball into it. Why do you think it's brat, не стесняйся, туда-ки, брат. Давайте что-нибудь сделаем, пацаны. Let's do something. Что, дай мне мясо. Я смотрю. Давай я положу мясо. Yeah. But the thing is, just fit everything into a pan. А лук надо перемешать? Что дальше? Что еще? So now we need to add concentrated tomato and pepper mix into the already frying tomato paste we have already. As you can see, I said the reason why we needed to sieve it was to actually like remove the water from the whole concentration because it could actually really affect the taste of the cooking. And also, you know, as you can see, сейчас мы будем добавлять Managed to sieve away from the. И мы использовали ситцы, чтобы разделить воду от самой консистенции. У нас получилось чистое. Это что у нас был перец, да? Помогает, да. Чистая перная, перечная штуковина. Перец, помидоры там были. Перец, помидоры. Антонио, ты повар! Кому достался такой муж? Хорошенькие такие. Какой муж, а? Готовить умеет. Не только есть. Все. Вам не кажется, слишком много масла? Нет? Нет. Да, мало, так и должно быть? Масло. Масла не слишком много? Не, все уже нормально. Нормально? Да. Оставить? Да. This is almost like mini version of stew. Yeah, of course. Stew это что? Basically. Это суп, ну как суп. Это суп? So now we need to add our spices to the pepper and tomato concentration. Перцы и томатов. Фактически на самом деле эта штука это стю. Стю это основное блюдо практически любой еды в Нигерии. Это соус. К этому ты можешь добавить райс, макарони, ямс, то есть ты используешь стю. Манка практически совсем. То есть это мини-версия. Однажды мы приготовим здесь стю и охереем от жизни. Да, вот. Умница. А это тоже надо? Надо... Можешь как-нибудь брускетти? Помыть? Да. Можешь как-нибудь брускетти приготовим там? Брускетти? С лососем, авокадо. Жульен. Жульен, да. Классическое африканское блюдо. Жульен.
А там много рыбы едят? Че? В Африке много рыбы едят? Есть такая штука, как dry fish. То, что я люблю in Nigeria. Да-да-да. Это сушеная рыба. Да-да. Вкусно. What's the name of the fish? The black one. That you use for the dry fish. Usually sells in the markets. Это сом вроде, сушеный сом, если не ошибаюсь. Ну, как в России под пиво, да, типа такую штуку? Да, почти, но у нас там большой такой. Но самая главная нигерийская еда – это гари. Гари and sugar. А что такое вообще? Я всегда слушаю, но не знаю, что такое. Basically, that's like grain, yeah? Yeah. Is that cassava grain? Cassava grain, yeah. Что, фактически, что? Это как вот перемолотая кассава. Кассава – это что-то похожее на картофель. Ага. То есть это плод, его перемалывают, и его можно… You can either do it sweet or you can do it salty, right? Угу. То есть ты можешь его приготовить как гарнир, добавить соль или еще что-то. А можно сделать как снэк. Ты просто берешь сахар, воду, туда кидаешь, и это самое вкусное дерьмо. Блин, я только маниока помню. У нас есть маниока? Кто? Маниока. Маниока? Чё? Чё-то японское, да, брат? But the worst Nigerian food is мой-мой. Nah. That shit is nasty. What? That shit is nasty, bruh. I only tried it once and it was enough for me to understand that, no. Мой-мой is enough for me. О, как вы относитесь к еде от девочек в России? Ну, в плане... Ну, все девушки, которые здесь, ну, они нормально готовят, поэтому он очень говорит. Они нормально готовят. Да? Да. Это потому, что он сделал предложение девушке, которая прямо сейчас смотрит этот видос, и он говорит, что все, ты особенно, Женя, я люблю, как ты готовишь. Я обожаю, как обожаю. А вы готовили кому-нибудь? В смысле? Ну, для кого-нибудь. В смысле, нахуй. Честно еще, честно. Такси вызывай, и все. Не, я умею готовить блины. Блины? Завтрак. Пост. Блины. Некие сомнения, некие сомнения. After a nice night with a woman, you wake up in the morning, some nice pancakes. Jollof rice. Jollof rice in the morning? Wait, this is what we have to talk about. Eating rice, jollof rice in the morning. That thing is crazy. Like jollof rice. Nah. Это последний завтрак будет, если. Nah, you can't eat rice, meats in the morning. Manka, no. Oh, bro, это кайф. No. Milk. Milk, мука, all that kind of shit. Shit. Who gave that room? Me, I'm the one that gave the whole room. I'm telling you, that's the right way to eat. People be eating manka in the morning. What's... Yeah. It is different, bro. In the morning. It's not right. Manka in the morning. Кайф. Чё, с руками? Бабахи даже руками. Манка по-русски. Не, чел, я за них. Манка, заебись. No. Манка in the morning. No. Bro. Get stomach in the morning. You stomach in the morning. Yes, you want to spot what stomach? You putting all that big thing inside yourself in the morning. Yes, you want to spot the manner. Когда ты типа, слишком много солнца на улице, послушай манка. Бро, он так спать. Вечером, окей, да. Но утром. Он только африканский похожий. Но манка в утром это кайф. Это кайф, бро. No. Bro, pan in the morning for food in the morning, bro. No. Вы какую манку едите? Жесткую такую или жидкую? Мы все равно есть. Нет, это типа как его? Это лепешка, которая делается. Он не очень жесткий, он типа чуть-чуть жесткий вроде, да? Не очень. Не, он типа думает, какая манка, типа какая манная крупа. Это просто лепешка, которая делается из кассавы. Getting back to the process now. So after adding the concentration to the dish, then we have to wait for like another like 30 minutes. Huh? So we could actually immerse. Mm-hmm. You know what I'm saying? Сейчас мы, короче. Yeah. Рис уже варится еще минут 20. Можешь его поставить, сейчас варится. Ну, сейчас, ну, пока нет. А, вау. Вот. Так.
Да, нормально, нормально. Yeah, so now we need to add rice, washed rice into the stew. Mm-hmm. Yeah. То есть сейчас мы делаем самое главное, для чего мы тут собрались. Мы добавляем рис в стю. И фактически это последняя стадия. Сейчас мы будем есть, Антонио. Наконец. Наконец. Блин, чуваки, конечно. Я пахнут этим буду год, наверное. Люди сейчас проходят и спрашивают, чем это так пахнет? Где я вдруг оказался? Добро пожаловать. Африка у вас дома. Внизу будет номер. Заказывайте. Лучший шеф-повара. Дамова. Максим. Water. Антонио и Сэм. Привезем Африку в ваш дом. Да, Антонио? Да. The thing is, when you're boiling your rice, you don't have to add a lot of water. The water just has to be a little bit above the rice itself. Because you don't want to make it soft. The reason why we need this is because what it actually would take to cook the rice is steam. That's the reason why I'm not adding so much water to it. So you have to cover the pot with this. And you have the main reason for that is because you don't want any smoke. Because what gives you that jollof rice taste is the smoke in the rice. Mm-hmm. So you have to cover, you have to make it airtight. So by covering, making sure no smoke escapes here. Что, Макс, что будет мыть посуду? Yeah, like 15 minutes. So we have to cook this for like 15 minutes. 15 минут? Yeah. 15 минут мы раз 5 уже слышали. Мы уже раз 5 слышали 15 минут. Может быть, уже готовы? О, давайте мясо попробуем. Или нельзя? Дегустация? Ну. Damn. Did you add the pepper? Which pepper? The red pepper. No, I didn't want to add this because... Oof. Don't worry, it's mine actually. What? It's mine. You bought it for yourself? No. I thought I was going to use it, but... What? Change your mind? Change my mind. You were expecting to try me. Do you want to try this pepper? Okay. We told him that this is the main ingredient. Oh, cheese was three. It's Afrikaans. Putin, это не я. Не я убил твоих людей. I wasn't the one. But watch it. You gonna put in the rice? No. I don't want to put in the rice. You want to put in meat? You want me to put this in the rice? Yeah, of course. No, it's too late to put it. The thing is, if you want, it's possible you can just have wait. No, you can't put this in the rice now, it's too late. I should have cooked it with the rice. But then, Angolans don't eat. Oh, we should put it ostry. Yeah, that was what he said. Yeah, I обожаю ostry. Let's do it, nigga. That's why we're here. To try and test the African... Why is it just putting on a plate? Huh? Yeah, yes. Can we use it seasonings like salt? But it's really gonna be ostry. Да, давай сделаем. Оу! Они не готовы! Мне кажется, он сам боится. Потому что я знаю. Все мы поняли. Дамова сам боится. Это такой острый ребенок. А если не острый, это будет... Бро! Открывай! Открывай! Сейчас сначала. Открывай! Так. They did that, huh? No, look at me. If you put your hands in your eye, bro, you're going blind. Yo, I have a bunch of stories with this red pepper and Russian skinheads. What is this, please? Guy. Please. Who is this guy? Just give it. You think I've ever... Ha! Oh. Мы готовы. Все, я пошел. Да, была очень, не была. Африканский перец очень острый. Острый? Не, фигня.
But давай, I'm used давай. To it. I'm used to it, so... Now, put it inside. No, no. Я бы... It's... Okay. Да, да, я за, я за. Туда. To the final stage, we need to add the margarine, masala. Mm-hmm. So when... Because, you know, obviously it's dry, so you need for the rice to soften up a bit. Чтобы немного сделать yeah. мягче, yeah, so мы добавим масло. Yeah, so that's the reason why we need this. Мясо. That's the reason why we need this. Mm. Кто бы мог подумать, что в рис можно добавить масло? So, я об этом никогда не думал. Я хочу сказать спасибо маме за то, что ты все эти годы готовил эту еду, а я даже не знал, что происходит. Я просто хавал с удовольствием. Спасибо. Я тебя люблю. И спасибо, что не заставлял меня это готовить. Готовить эту хрень слишком долго. Я работал слишком долго. Знаешь эту песню? Готовить кайф. Готовить кайф? Особенно наливаешь винишко или пивасик. Ты любишь готовить? Да, нормально готовить. Готовить круто. Ну, ты делаешь, как тебе кайф, а не то, что ешь, такой какой это. И даже если это 3 часа? Создаешь свою судьбу сам, да. Философ. Философ. Нет, 3 часа никогда не готовил. 3 часа это ебать. 3 часа готовил. Не, максимум 40 минут. Чтобы вы понимали, мы тут 3 часа готовим. Прикинь, если это не будет вкусно. Сам будет достать. Я думал, там максимум час. Добро пожаловать. The taste. Вкусно? Смерть. Смерть вкусно. Но нужно еще, чтобы стало мягче. A bit softer. Yeah, yeah, that's the reason why. Yeah. Не остро вообще. Нет, поэтому... отсюда. Йоу! Сегодня мы пытались приготовить классическое нигерийское, или очень популярное нигерийское блюдо, которое называется jollof rice, или фактически это плов. По-хорошему, how long does it take, like, if we were around, like, 1.5-2 hours, yeah? Да, полтора часа, 2 часа. То есть, фактически, для того, чтобы приготовить это изысканное блюдо, лучший плов на земле, нужно 4 черных чувака и нужно всего лишь 1.5-2 часа, да, Антонио? Ну, стоит заметить, да, что это блюдо для... это ж пышных празднеств. Ну, типа, это не everyday. Это не everyday блюдо, поэтому сегодня мы будем танцевать, тусить. Если кто-то приготовит это блюдо, напишите в комментариях, как у вас что получилось, как все. Мы пошли, это Juju People. Let's go. Погнали. Ура! Ура!